Сегодня, братья, мы продолжаем с вами изучение курса догматического богословия. На прошлых лекциях мы говорили о такой важной составляющей догматического богословия, этого курса, как тринитарное богословие, то есть учение Церкви о Пресвятой Троице. И сегодня мы продолжим говорить об этой части православного вероучения. Естественно, что все христиане исповедуют веру в Пресвятую Троицу. Более того, принято считать, что даже те, кто называет себя христианами, но не исповедуют Троицу, на самом деле таковыми не являются. Это все так называемые унитарии, антитринитарии, новые ариане, как иногда их называют, и так далее и тому подобное. Учение Троицы, как вы знаете, оно было сформулировано на первых двух Вселенских соборах. И именно в таком виде оно было распространено на территории Византийской империи, в ее восточной и западных частях. Однако это, конечно же, не обозначает, что к тринитарным дискуссиям больше богословы никогда не возвращались. Они возвращались и в связи с конкретными частными вопросами тринитарного богословия, которые иногда поднимались в рамках Византийской церкви. Иногда вступались в дискуссии с тринитарными ересями, которые возникли не в рамках православной церкви, а в рамках отделившихся от нее сообществ вроде монофизитской церкви, где были своеобразные кривотолкования учения о Троице. Ну и естественно, что самая известная дискуссия, которая была после Вселенских соборов, вообще после Вселенских соборов, и тем более после Первого-Второго Вселенского собора, это учение о Филёкве, так называемое учение о исхождении Святого Духа не только от Отца, но и от Сына. Латинский термин «филёкве» именно это и обозначает. Почему это учение так важно? Потому что между Восточной и Западной Церковью, когда возникали определенного рода богословские трения, так или иначе, они были урегулированными. Вы можете вспомнить курс истории Древней Церкви и помните, что с первых веков и вплоть до конца Вселенских соборов такие трения были. Они касались не всегда богословия, но иногда это были дисциплинарные дискуссии, иногда это были дискуссии, связанные с календарем, иногда это были определенного рода другие споры. Но богословский спор, серьезный богословский спор между Восточной и Западной Церковью стал явью, стал действительно важным в дискуссиях IX века, и связано это с двумя крупными именами. Это, с одной стороны, епископ города Рима, папа римский Николай I, также известный в западной традиции как Николай Великий, и с православной стороны, с точки зрения восточного богословия, определенного рода взгляды и контраргументы против западного тринитарного богословия высказывал святитель Фотий Константинопольский, который дважды занимал патриарший престол в Константинополе. Благодаря вот богословской дискуссии двух этих людей, из которых, конечно же, Фотий был больше богословом, а Николай епископ Римский был больше главой-администратором, потому что, собственно говоря, вели дискуссию ряд других латинских богословов. Эта дискуссия стала достоянием общественности, если так можно выразиться. Когда возникло учение об исхождении Святого Духа не только от Отца, но и от Сына? Возникло оно в V веке и связано с именем блаженного Августина, всем известного святого отца, достаточно авторитетного, признаваемого и восточной, и западной церковью. Однако у блаженного Августина были своеобразные взгляды в тринитарном богословии, которые он изложил в сочинении о Троице. В этом сочинении он и высказывает то учение, которое мы называем «филиокве», которое стало известно как «филиокве». Безусловно, нельзя сказать, что блаженный Августин дал уже раскрытую формулировку этого учения. Однако определенного рода идеи, тезисы были им высказаны, которые впоследствии были приняты и развиты в именно это вероучение. Это вероучение благодаря авторитету Августина, особенно в западном мире, потому что Августин был очень крупным богословом, и естественно, что многие другие богословы воспринимали все, что написал Августин, как слова очень авторитетные. В западной богословской науке есть такое выражение о том, что есть Августин и все другие святые отцы. Это выражение, оно вот как бы иллюстрирует авторитет Августина.
Это человек, чьи произведения, в том числе произведения о Троице, оказало решающее влияние на формирование всего латинского богословия и, конечно, тринитарного учения. Постепенно это учение было распространено по всей Западной Церкви, и даже на соборе в Толедо, это Испания, было внесено в символ веры. Через некоторое время эта традиция вносить филёку в символ веры стала общей, и впервые восточные богословы всерьез осознали, что это вот не какое-то где-то далеко существующее мнение или особый взгляд ряда богословов, столкнулись они с этим в Палестине. То есть не на Западе впервые произошел конфликт, который привел к возникновению этой дискуссии, а в Палестине. Как известно, Палестина – это святое место для христиан. Естественно, что там пытались жить и заниматься христианской наукой и подвиги нести не только восточные монахи, но и западные. Некоторые благочестивые правители пытались всячески способствовать тому, чтобы их духовенство ездило в Палестину. Иногда там даже открывалось определенного рода то, что сейчас бы называлось подворьем. И вам известный император Карл I, основатель Каролинской династии, естественно, что тоже вкладывал много средств для того, чтобы его священнослужители имели возможность постоянно пребывать в Палестине. Вот именно латинские монахи, которые пребывали в Палестине, они стали использовать за богослужение символ веры с филиоквы. И православные монахи, которые увидели, как служат их собратья литургию, сразу обратили внимание на это новшество. Вот когда было ими увидено это литургическое новшество, когда это просто стало не книжным достоянием учения Филёквы, а вошло в литургические тексты, и в такие важные литургические тексты, как символ веры, тогда началась дискуссия о Филёкве. Интересная ссылка, которую дают палестинские монахи, приехавшие с Запада, почему они так служат? Что на Западе все так служат? Мы так служили, потому что так служится при капелле во дворце самого Карла Великого. Соответственно, их аргумент – это была определенная апелляция к уже сложившейся не только богословской, но и литургической традиции. Восточные богословы, восточные монахи были возмущены подобной точкой зрения, не только потому, что вот филёквы они сразу восприняли как то, что можно характеризовать как еретическое вероучение, а как то, что был нарушен известный запрет, когда отцами Вселенского собора не раз говорилось, что ничего нельзя добавлять к символу веры, да? Это известный принцип. И хотя было на Вселенских соборах принято очень много важных догматических постановлений, в том числе известный вам Орус Халкидонского собора и прочие другие очень важные вероучительные документы, однако их формулировки не входили в символ веры, хотя логично было бы предполагать, чтобы они могли дополнять постоянно символ веры. Этого не происходило именно потому, что все помнили предостережение ничего не добавлять и ничего не убавлять с того символа веры, который был подтвержден отцами первого и второго Вселенского собора. И естественно, что появление там этой вставки было расценено как некое самоуправство, невиданное самоуправство, вызвавшее, что называется, праведный гнев восточных богословов, восточных монахов. Тем не менее, этот спор не получил уж такого большого распространения. Прошло еще определенное количество времени, когда этот спор возник заново в дискуссиях, связанных, как я уже сказал, между противостоянием папы Николая Великого и святителя Фотия Константинопольского. В чем суть этого спора, суть этой дискуссии? Вы, которые уже изучили в том числе и церковную историю, и вероучение, и историю других конфессий, знаете, что очень долгое время считалось, что Римская, Латинская церковь и Восточная церковь вступили в конфликт из-за каких-то политических и прочих причин, и что богословские причины были там вторичными, троичными или чуть ли не десятиричными. Подобная точка зрения очень часто воспроизводилась под влиянием разных философских концепций,
в зависимости от того, что считалось главной составляющей, движущей силой исторических процессов. Естественно, что те историки, которые считали, что главное – это отстаивание политических или экономических привилегий определенных олигархических групп или определенных национальных групп и так далее и тому подобное, пытались всячески сказать, что конфликт между Фотием и Николаем, конфликт между латинскими богословами и восточными богословами вызван именно вот этими политико-экономическими факторами. Но мы на самом деле понимаем, и тоже неоднократно обращалось внимание разными исследователями, что религиозная составляющая в жизни Византии была очень важная. Нельзя отделить какое-то восприятие византийца от его мировоззрения политического, его мировоззрения социального и его религии. Религия играет очень важную роль в мировосприятии обыкновенного византийца, как и среднестатистического европейца, и уж тем более в жизни интеллектуальной элиты этих народов. Таким образом, конечно же, спор богословский о Филиокве, он так зацепил эти массы людей, именно потому, что они посчитали, что нарушено действительно что-то очень важное, что-то глобально важное. В чем суть этой дискуссии? И почему именно она так привлекает внимание до сих пор историков? Прошло более 1000 лет, но до сих пор постоянно выходят новые и новые тексты, как со стороны православных богословов, так и со стороны западных богословов, которые постоянно возвращаются к теме возникновения дискуссии о Филиокве, пытаются ее преодолеть или найти какую-нибудь формулировку, которая бы нивелировала те крайности, которые были высказаны более 1000 лет назад. Если мы с вами обратимся к последующим дискуссиям между Латинским Западом и Православным Востоком, то вы увидите, что все-таки именно о Филиокве спорили всегда. Поэтому это тема номер один в богословских дискуссиях между западным и восточным богословием. И имя патриарха Фотия здесь очень и очень значимо по той причине, что именно он впервые создает, формулирует некоторые возражения против западной богословской традиции, на то время уже традиции, использование или разделение вероучительных взглядов о том, что сын является также источником исхождения духа. В чем аргументы Фотия? Я некоторые из них перескажу, они были высказаны им в определенного рода сочинениях. И в принципе все последующие православные богословы, они так или иначе в более расширенном виде или несколько измененном виде воспроизводили аргументы патриарха Фотия. Некоторые исследователи в 20 веке попытались сказать, что аргументы, выдвинутые в этой полемике патриархом Фотием, это только риторика. Риторические уловки, ничего более. Никаких сугубо богословских аргументов Фотий как бы и не предложил. Но оставим это за рамками нашей лекции, потому что это отдельная тема, что в них действительно риторическое, что в них богословское, и насколько возможно вообще разделять в дискуссии богословскую составляющую и риторические формы, конечно же, которые используются в любой дискуссии, в любом споре, и в том числе и богословском. Патриарх Фотий формулирует следующие принципы, что учение о Филиокве, оно нарушает учение о монархии Бога Отца. Вы все знаете, что в православной церкви существует достаточно важное учение, учение о монархии Бога Отца. Что обозначает это учение? С точки зрения восточного православного богословия, это учение о том, что ипостась Бога Отца является источником божества для ипостаси Сына и ипостаси Духа. То есть Сын и Дух приобретают постоянно, предвечно от ипостаси Отца свое божество. Не было времени, когда бы у них не было божества, поэтому это вневременные акты, вневременные действия. И не было бы, и нет времени, и не было времени, когда бы ипостась Отца не была источником божества для ипостаси Сына и для ипостаси Духа. Таким образом, учение о монархии Бога Отца
с одной стороны, обеспечивает учение православной церкви о том, что в Боге Троице есть три лица, с другой стороны, обозначает соотношение лиц. И это соотношение выражено именно в том, что ипостась Отца является источником Божества для ипостаси Сына и Духа. Вы все помните слова Господа нашего Иисуса Христа, сказанные им в Священном Писании, о том, что «Отец мой более меня есть». Да? Эти слова привлекали внимание православных богословов, экзегетов. Как понимать эти слова? С одной стороны, православная церковь никогда всерьез не воспринимала ту точку зрения, которая есть даже у некоторых древних христианских авторов, об соотношении лиц Пресвятой Троицы как соподчиненности, субординационизм так называемый, тоже известный вам из курса истории Древней Церкви. Она всегда настаивала на том, что у нас учение о Троице единосущное, нераздельное, и в этой Троице единосущной и нераздельной все лица являются равными. Нет подчинения как такового. Об этом писал, например, если сразу можно проверить, преподобный Иоанн Дамаскин в точном изложении православной веры. Однако, как же все-таки истолковать те слова, которые есть в Евангелии и которые я уже привел? Богословы сказали, что, например, есть такая мысль у Григория Богослова, и чуть позже эта дискуссия опять возникла, и даже был Константинопольский собор в XI веке, который собирался по поводу дискуссии заново возникшей толкования этих слов. Естественно, что с одной стороны эти слова можно понимать в том смысле, что Христос, как воплотившийся Бога человек, указывает на то, что Он, как Бога человек, имеет источником своего бытия Отца, и в этом смысле называет Его большим. С другой стороны, по самому Священному Писанию мы видим, что Христос часто делает те действия, которые, в принципе, равны действию самого Бога. И одинаковость этих действий говорит о равночестии. Но мы будем говорить об этих словах чуть более подробно, когда будем изучать христологию. Но второе значение, оно отцами было выражено в краткой формулировке. Христос называет Бога Отца большим себя, потому что любой источник больше того, что от него произошло. Естественно, что сын происходит от отца в акте рождения, и поэтому он может называть его большим себя. Но это не обозначает некой субординации, подчиненности, умаленности, униженности и так далее и тому подобное. Более того, вы все имеете отцов, и в определенного рода моменте ваши родители, в принципе, становятся для вас источниками природы. Это обозначает, что ваша природа более ущербна по сравнению с природой родителей, потому что вы происходите от них. Естественно, не обозначает. Вы обладаете такой же человеческой природой, как и обладает ваш отец. Однако ваш отец больше вас, потому что он является источником для вашей природы. Вы получили свою природу от своих родителей. Вот именно так объясняет эти слова святоотеческая мысль. И учение о монархии Бога Отца в принципе воспроизводит в определенного рода аргументах именно то, что я сказал. Более того, патриарх Фотий обращает внимание, что если признать филиоквы, то тогда нарушается учение монархии Бога Отца. Получается, что источником божества является для одной из ипостасей, в данном случае речь идет о лице Духа, не только Отец, но и Сын. И таким образом нарушается учение о единстве Бога Отца. А в православной церкви, как я уже сказал, это учение занимало фундаментальную позицию. Вам известный преподобный Максим Исповедник так выражает в такой максиме это учение. Один Бог, потому что один Бог – Отец. Это первый аргумент патриарха Фотия. Второй аргумент тоже достаточно интересный. И хотя его очень часто называли чистой риторикой, я думаю, что определенного рода, и даже не определенного рода, а действительно в этом аргументе присутствует тонкая богословская аргументация. Патриарх Фотий говорит, что если признать о том, что в определенного рода актах рождения, исхождения ипостаси получает божество от Бога Отца, то мы должны задаться вопросом, являются ли все действия внутри троичности совершенными действиями? Ответ на это очевиден, что да. Если ипостась
Бога Отца является источником для ипостаси Сына и Святого Духа в акте рождения для Сына и акте искажения Святого Духа. И акт искаждения для Святого Духа, это обозначает, что эти акты совершенные, совершенное существо, которым является Бог, не может совершать что-то несовершенное, да? Не может совершать то, что бы требовало еще определенного рода доработки. И патриарх вот и говорит, но если акт исхождения Святого Духа, в котором лицо Святого Духа получает Божество от Отца является совершенным актом и как таковым достаточным для получения всей полноты Божества, зачем еще один акт для этого же самого? Зачем еще вводить, что источником исхождения является в том числе и Сын? С точки зрения патриарха Фотия, это совершенно абсурдное учение. Оно делает бесполезным некоторые действия, о которых мы уже сказали. Более того, патриарх Фотий говорит, что эти действия тогда можно назвать или как повторяющимися, или как противопоставляющиеся. Если противопоставляющие, то это вносило бы в отношение лиц Пресвятой Троицы разделение, и поэтому патриарх Фотий назвал это даже многобожие. А если бы это рассматривать эти акты не как противопоставление, а как одинаковые, ну, по сути, так и получается, потому что и в исхождении от Отца и в исхождении от Сына Святой Дух получает одно и то же. То есть два как бы разных действия приводят на самом деле по внутреннему содержанию к одному и тому же. Соответственно, он говорит, эти действия являются совершенно идентичными друг другу. Но зачем делать два действия с абсолютно одинаковым объемом содержания? Это бессмысленно даже с точки зрения человеческих действий. И уж тем более абсурдно с точки зрения совершенных действий, которые происходят от вечности, от предвечности, правильно сказать, во внутритроичной жизни. И третьим аргументом патриарха Фотия является тоже достаточно интересный аргумент. Он говорит, что между ипостасями существует одинаковое отношение. И это одинаковость отношения, которое он называл гармонии или даже количественной гармонии, она нарушается учением о филиокви. Получается, что между ипостасями Отца и Сына возникают некие отношения, которые нету между ипостасями Сына и Духа и между ипостасями Духа и Отца. Таким образом, нарушается еще и одно вам известное православное вероучение о том, что лица Пресвятой Троицы ничем не отличаются друг от друга, только Отец нерожденностью, Сын рожденностью, а Дух исхождением. Все другие свойства не являются теми свойствами, которыми мы бы приводили к отличию Пресвятой Троицы. То есть так называемые ипостасные или личностные свойства – это единственное, чем отличается лица Пресвятой Троицы. Если бы они отличались чем-то другим, это бы привело, с точки зрения православных богословов, которая выражена была и раньше патриарха Фотия, например, у преподобного Иоанна Дамаскина, Фотий просто развивает эту мысль, она бы привела к слиянию лиц. Поэтому Фотий называет учение о филиокве новым савелианством. Вы помните с курса истории Древней Церкви о том, что некий еретик Савелий толковал учение Троицы так, что можно говорить о неком слиянии лиц, а вернее о неком изменении лиц на самом деле, которые не ведут за собой онтологического отличия в Троице. То есть с точки зрения Савелия есть только Бог, который меняет на определенные этапы маски, но не существует реальной Троицы лиц. Именно это учение тоже было бывшее осужденное церковью. Фотий воспринимает как контраргумент против филиоквы и говорит, что филиоквы порождает новую форму савелианства, приводит к слиянию лиц в Пресвятой Троице. Как я уже сказал, к вопросу филиоквы возвращались в истории богословских дискуссий очень и очень большое количество раз. Были богословы, которые считали, что именно учение о филиокве стало отправным пунктом всех других разделений. И эта мысль имеет право быть, хотя ее неоднократно оспаривали. Ну, эту точку зрения, в частности,
разделял Владимир Николаевич Лоский, тоже вам всем хорошо известный. Вы помните из курса догматики его рассуждение о том, что догматы построены таким образом, что один догмат сразу приводит или из него вытекает другое догматическое утверждение. Поэтому все догматы связаны между собой в единую цепочку. Нет догмата, который бы появился как бы ниоткуда. Они все находились и находятся в едином предании церкви. И церковь на определенном этапе просто формулирует догматическую истину так, чтобы она стала понятной. Но этот процесс формирования догматических выражений, он предполагает определенную взаимосвязь. Перенося это на существующие вероучительные отклонения, так называемые ереси, Владимир Николаевич Лоский говорит, что и ереси так связаны с друг другом. Одна ересь сразу приводит к возникновению другой, одно лжеучение сразу начинает выводить из себя другое, и так далее, и так далее, и так далее. И он считал, что именно Филиоквы стала той отправной точкой, которая породила все последующие отклонения Западной Церкви от Восточной, и в неправильном учении о Богородице, и о римском примате, и о муках, и о папской власти, которая распространялась не только на духовное, но и на гражданское, и так далее, и тому подобное. Был ряд богословов, которые попытались смягчить эти формулировки и доказать, что на самом деле все было понято не так, и ту формулировку, то есть и восточную православную, и западную с учением Филиоквы связаны, можно растолковать в духе одинаково приемлемым и восточной, и западной стороной. Такие попытки были предприняты в 20 веке и во второй половине 20 века в латинской церкви, в Римо-католической церкви. Выходит масса документов и масса исследований на эту тему. Если кому-нибудь будет интересно, то вы можете прочесть сборники, которые были выпущены в том числе и нашей церковью, где содержатся материалы на эту тему. Наша лекция закончена, и следующая лекция посвящена сотворению мира.